Или смотри, у меня все равно три. Графит там плюс соль спросить, что у него кто. А кто нужен? У меня есть эрдру. Там... Просто надо решить эти три мага и ШП. А РШ если... есть. Есть. Можно смотреть, ты холипалом, вот он Иршама, я, допустим, там варом возьму. Ну кто Иршамой? Графит. Да нет, Грейди фул уже, ментор и дедмайнд. А Войд Хилл, может ты на вара? Джубанка есть? На вара заходил, да? Джубанка у тебя есть, милик? Не помню уже просто. О, господи, отвечайте быстрее. Чё случилось? Да люди молчат, блядь. Короче, на варте. Банга, вот да? Есть мелик. Мелик есть. Блядь, откуда у вас Ред? Ретри, ты тут, ты перейдешь? Я здесь. Так не АФКш. Либо я тебя заменю сейчас. Ментор, кто у тебя кроме мага есть? Погнали, Триш, пока. Я летела вообще-то на полетке. Да, я не дал. Ой, боже мой. Не знаю. Вот, заходи на Фурика. Будет дедмайн. Я на Фурика зайду. Держи пока Эрела. Захожу на хила. На Шама? На Холи Пала. Я тогда чё? Ну, хилишь или... Или мы вдвоём похилим? Ну, мне всё равно. Во тьме там посидеть. Короче, будем свету хилить, ягер во тьме, он свет не хилил. А ягер на фурике был, да? Угу. Может, да, да. Ягер на фурика, а ретри на эрестер шамана, тогда мы не будем тратить три ретрика на КД. Хорошо, я пошла на рестер шамана. Вы сразу не сказали. Да я думаю, как лучше. Хили не идти. Кто из вас лучше хилит тьму? Хотите. Так кидай туда, кого хочешь. Надо подумать, как вы считаете? Да это я нормально хилит. Единственное, что тухнет постоянно во тьме. Ты просто... не дохну. Смотри, просто тут три метрика в первой пати. Мне это смущает. Можно, конечно... Сорян, что забрал командира. Держи. У нас Фурий хочет трэш побить. Командира. Могу пригласить члена другой группы. Притащите двух гвардейцев. Угу. Потом у нас на третий резки, наверное, не будет ретриков, да? Я зайду, если надо. Если резка будет завтра, меня не будет, так что. В театр идешь? Нет, на работу. У нас теперь в отпуск поуходили, я теперь буду редко заходить. На подработке. Плохо. Кисуленька, кто кроме ретрика есть? Забыл маг. Уже. Маг есть, и лук, но лук плохо, конечно. Ну так пусть ретрия на Рошаму зайдет, я и на Курика уже. Давайте тогда я на Рошаму зайду. Давайте. Все равно
куча паладинов целая. Ягер. Мы же за 40 минут убить хотим. Ну да. Так там же еще хапал будет во тьме. Посмотри, либо два хулипала по святую, я ир во тьме. Либо по хапалу святую во тьме. А, Рус не нужен в РСке. Без роста убивали, в 23 убивали, без демона убивали, как только не убивали. Без кота убивали, еще скажи. Не, без кота убивали, но это убивали сложно. Без кота. Я могу на Элема зайти. К чему это было сказано? Ну, чтобы две герои были. Бля, Олег, какая-то хуйня начинает подниматься пинки, не знаю, вы там еще или нет. А что поделать теперь? Где тебе там две кнопки нажимать? Дайте кто-то мамонта, а кто без боя. Максимус, есть мамонт? Да, есть, сейчас, секунду. Перезаходите, Ягер на Фурика, Ретри на Рестер Шамана. Кого еще из БДК? Войд до удания. Не, он, наверное, думает наперед, если мы до 10 не успеем. Тут столько маунтов, что все равно знаю. Сейчас подожди, найду. Я до 10 грузу, ну, по 11 по вашему. Это у меня до 10, у меня 21-37 пока еще. Ну, я думаю, вы поняли. У меня самые выгодные цены. Ну, спасибо. О, стой, пока. Продам. Братик, везде быстро. Давай, пока перезаходите, мы без вас убьем. Ставьте шкаф. Слайд, скажка там все. Ага. Ну, шкаф быстрее. Максимус тут. Тут слайд тут скупляется. Кто кулаки разбафал? Давай, кулак. Реально разбафал кулаки, а чё? Кисуленька, разбафай всем каски. Диплом прота. Так чё там со шкафом, я не расслышал. Всё, ставлю. Где ты? Принимайте сумоны, а я вряд ли подамажу, но в тромбусе спекл сила. Каску по хантам, диплом. Добавь эти кулаки, кому не раздал. Где там чек? Сема Краснопух. Что? Не выбежал с метки. Поднимайте прайку, спектр схила. Так, что у нас?
Акма босса танчишь, делал первую копию, диплом вторую. На второй копии прожмешь сакру. Я на первой копии прожму сакру. Злейте и на звезде. Пристабав хоть дайте. Угу. Чек. Кидай это на дальнюю частицу, я на Акму кину. Или наоборот, как хочешь. Пуляй. Акму пуляй, если готов. Кристобаф бафнется. Да, присты. Три приста. Будут бафать или нет? Присты. Не слышу. Пуляй так. Пристабав дайте. Джубанга, мага приз, дайте баф. Ура, дали. Так, на кого ты кидаешь частицу? На Акму. На Акму. Хорошо. Щиток тоже не даю. Щиток даешь? Ничего себе. Ух. Сейчас саку прожму. Жал. Сильнее страдание. Сейчас. Плохо. Ты скаплю на Акму кину. Диплом саку прожмешь. Давай сакру. Каплю кину. Срезку прожми. Ментора поднимаем, как убьем босса. Реальс, ну сиди съебла. В смысле, бля, я каплю кину на там. На, я подумал, ты под ебном стоишь. Поднимайте ментора. Здесь произошли страшные. Ты меня под ебном стоял, там одной подачи хватило. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять. Гуляй, босса. Баф, антимага. Каску дал и лапу еще дать. Сначала хорошая. А че вы там? Нормально все? Нормально все, рыбачишь? Не бачу. Не, рыбачишь. Так, определимся с хилами. Два холипала в свету будут, верно? Можно тогда, не знаю, на второй давать уставим, нет? Чё у нас, не танчит и боссы? Чё, кралька умирает тоже? Не знаю, я не вижу, что там происходит. Ну тут просто мало как-то так себе потанчил. Странное происходит. Диплом что-то делает непонятно. Четыре моба себе забрал. Зачем они тебе нужны? Какой пойми, короче. Да нет, это я прослакал. Ну так того бы не дергал, уже собрал бы и все. Так, слушайте внимательно. Первая патия во тьме, остальные свет. Два холика в свету. Лазипан, кралька, магоприст во тьме. Кралька диспелишь во тьме. Свет диспелит дедмайнд. Четвертая патия. Остается добивать големов. Максимум заходишь во тьму. На третьей фазе выходишь, даешь СС на Айоши холипал. На пулево мелкий трэш на протопала. Диплом ник. РДД бьют большого голема, как он только выходит на третьей фазе.
Кресты бьем взрывом разума на третьей фазе. Кушайте рыбу. Олег, останешься, я туда во тьму зайду. А Инеру ничего не сказал. По Инеру как карта ляжет. Кнопка залипла. Кто из вас восьмой будет заходить? А Юш? Я. Кнопка залипла. Вот, ты там восьми поговоришь, потому что мы не будем заходить. И Лазипанк обязательно перед выходом, когда мы переведем на третью фазу, перед тем, как все выйдут, дашь рост. Чтобы и во тьме был, и в свету, когда мы выйдем, рост был. Вот, если что, там, ну, тоже скажешь ей рост давать. То есть сначала рост, потом командой выходить в свет. Хорошо. Точнее, одновременно командой выходить в свет и рост. Вот еще поставь. Джейми. Дайте мне. У нас осталось 2 трая, так что. А ты что потом уходишь? Инту, пахнись, маги. Джейми, подходи сюда. Забудьте это... мне тоже залить тинер на переходке, кто-нибудь. Так, он здесь. А, да, не. Дальше. Короче, инеры все заливать из банку. Один кто-то, давай, Рома. Рома, ты заливаешь Айоши. Тут будет танчить, да? Акма танчит тьму. Заходите все за линию. Крик на хп не забиваем, обязательно. Все, начинай, Акма. Перед заходом во тьму обязательно тоже кричим. 3 вара. Никто крикнул. Перебежали. Уже в ритм завернул. Блядь. Так удал. Без мать метка. Да, ты хилишь тьму, но ты же ДЦ, подумай логически. Иди спелишь, я герметка. Я говорил кральке, лучше пускай ему штана подиспелит. Диспел его. А, блять, не видел. Да это я тупанул. Кралька, подними Айошу. Не ту кнопку нажим. Поредень пока ману залей, да, да. Рома, залишь ему ману. Заходи, как начинали первую фазу. РДД тоже. Войд, со звездой заходите. Войд, скажи, повернуть надо или нет, я не вижу нихуя. Нормально. Метку назад. Прелесть табав кинуть. Сули. Ждите, только начали с лезвия. Джубанга, ты не должен был оставаться, и демон тоже. Беги, малышка, беги! Заходите во тьму. Фридом мы распредели. Следующая метка по ходу лезвия. Олег, под мордой сидишь. Да, я что-то завтыкал.
Да, Богдан, кидай частицу на Даню, я на диплома. Метку назад. Хорошо. Назад. Вы можете обе на меня и хилить его, и это, допустим. Это стакается? Да. Забыл уже. Только на Вале почему-то не стакается. 10% фазы. Готовь. Гер, наверное, да? Метку не, да, в портал, гер. Бля. Давай героизм, лазер. Гер, гер. Героизм быстрее. Гер, гер. Уходите в свет. Что сейчас это было? Не знаю. Паника. Коду лезвия нет. Дэдмайн, ты диспелишь. Да, походу я диспелил уже. Давай я подиспелишь, чё-то нет. Перебежали. Многоприст. Вояки, фуй. Свет 40. Трэш пьем. Диплом, на себе щиток, постоянно перед трэшем, всегда. РДД большого голема больше. Слева от этой метки, ты понимаешь, слева, блядь. Сука. Сова, кинь корни, не корни, а шипы на диплом. Перебежали. Свет стоп, свет не бьем, босс. Вот теперь в свою лужу неси, блядь. Там. Бэр нужен. Ивен, подымай меня, Реневала. Подыми меня, под боссом лежу. Назад. Джубанга, давай гимноману. К нам быстрее, Ретри, к нам, не в танка. Перебежали. Назад крайне. Левее. Угу. Есть бэр еще у кого? ДСС был. Дэдмайн, давай гимноману. Чек ему на холипалов и залей кому-то из них. Перебежали. Вот, молодец. Рывок к боссу, рывок к боссу. Бля, комплекс подымай, Реневала. Гимнат хил, давайте предпосты. Из тьмы туда выйдете, Войд, выходи в свет. Сейчас. Большого голема бейте. Мелкий трэш помогает. Перебежали, капли. Перебежали. Диплом сакру. Диплом сакру, пожалуйста. Он же СБР есть, пишет. Вы на пулы и добивайте босса 60%. На пулы и добивайте спокойно. 4 ляпа. Ну пробуйте, давайте, но может не добьем. Да добьете. Трэш добейте. Блять, бейте трэш. Да нет. Большого голема бейте. Потом да добьем босса. Нет, нет, вот. Добивай, добивайте босса. А, нет, 40%. Сейчас добьете сейчас лям. Добейте 600 тысяч. Добейте босса, все. Бабл, бабл нажимайте. В любой непонятной ситуации. Камень давай. Ну, 200к, давайте. Сука, смотри, умрет от хиля. Блядь, отчаянно. Блядь, паника. 20 минут, 20 минут резко, 21 минута.
Всё, сапти. Доп ЕП. Это доп ЕП, пацаны. Полтора миллиона я захилила в танка. Тут только красава, Ретрия красава, вообще топ. Ретрия рулит тогда на этого, как Элема. Забирай весь это... мод бесплатно, нахуй. Вы порезайте, я не знаю, там Олега, Даню. Порезайте весь рейд, нормально будет тоже. Ну, вы как бы бегаете, там себе стоите что-то. Еще и резко будет? Да, пойдемте, а то у меня завтра не будет. Баса, постараюсь. Такую же сейчас пронесем, наверное, да? Да не-не. Да, не. Все, хватит, завтра принесли. Уже только 11 часов. Пойдемте да, сегодня. Ну, собирай ретрия, я по Ирелю. Да, не, у тебя лучше. Бля, точно, забыл. А что ты ревневал? Одну падал во цвету. Это что это было? Чишку рульте. Тебя не было, он за тебя падал. Какой ник у этого, блин? Какой у тебя ник на шамане забыли? Там хоть ГП навернули, нет? Ты по ЕП посмотри там. Не кидывай себе ГП, только тебе. Кудесница один? Да-да. Я ж тоже ролю. Забирай. Покажите сейчас с этим. Кожаные агильные наручи. Сука. На успех. Не, ну на успех. Это вы гоните. Давайте я на мейн возьму. Ну, Бриариус не в гильдии. Я знаю, что я не в гильдии, у меня Ледошторм в гильдии. Ну, мы ни одну не могу я дать, если ты не в гильдии. Охуенчик. То есть она уйдет на остров. Ну, блин, вступи в гильдии, я тебе и отдам ее. Да, ну не могу я этим чаром вступить в гильдию. Вот тупо не могу, понимаешь? А, Олег, что делать? Ну, давай тогда запишем паролу. Все. Медведя. В гильдии нет шмота. ЕП получишь на чару, на которого писал. Все, все просто. Окей. Не можешь вступить из-за Катаняши? Ну да. А в чем прикол, я не понимаю. Ну там твои а приколы. Что там я тоже не понимаю. Да, ну это вообще наше дело. Но вступить не могу. Ну если что, она тебе цапнет. Ну она написала, что она знает, что ты в гильдии. Пацаны, пацаны. Я раскрыл. Слышите, чё? Смотрите, смотрите, пацаны, какая хуйня. Медведем бегаю, короче, вот с такой хуйней. Вступаю в Dark Star, одна РС-ка, и уже бегаю с такой хуйней. Заебись, да? Красава. Тапки нужны кому-то бесплатно. Я мужик. Классная история. Оставь свечи за Dark Stars в церкви, пусть она существует дольше. Ладно, пошли в ВК быстренько и все. Да можно. Заберите тапки. Олег, если заберите что, тапки. Я с рейда и... Я тапки забрал, если надо, кому-то напишите. Ты не начислял ИП? Не, я не накидывал ИП, я ливнул, я накинул на шаман. Сейчас накину, значит. Давайте быстрее плюсаните, кто уже надо бежать. Что, Олег, на туре спалили или накину. Завтра накинешь уже, Alt F4 прожимаешь. Масад, ты накидываешь или можно накинуть? Сейчас, Шадоморн, все это, да? Напишите, кто есть еще. Я говорю, сейчас зайду. Ну все, все, начисляй, я ушел. Кикни из этого, Варо, кикни сначала в первую батя. Начислять? Все, кикну. Все, да, начисляй. Все, всем пока. Пока-пока. Пока-пока. 40 минут назад мы еще и раз не собирали. 30 минут назад. Надо почаще дать.